«Рано утром». Фильм в 1965 году был снят в Днепропетровске на улице Титова. За моей спиной вы видите спутник и дом номер 16. Это Титова 16. На месте вот этого кафе «Персея», которое вы видите за моей спиной перед спутником, раньше была такая площадь и круглый фонтан. И выглядело это вот так. Сейчас вы видите, как это выглядит. Смотрите, я вам сейчас покажу уникальные кадры, просто суперовские, которые сняты были здесь в 65-м году. Но для этого предлагаю перейти не отсюда их показать, а перейдем за кафе «Персей» и станем перед спутником. И там я вам покажу эти кадры. Идемте. Давайте я вам покажу, что же засняли. Поехали. Вот операторская камера ведет 16-й дом, потом плавно камера идет. Видите, спутник, фонтан круглый. И смотрите, мачты, осветительные метеоры, которые еще строятся. Это Титова. Обратите внимание, что мачты осветительные, которые вы видели только что, смотрите, это фильм 65-го года, а метеор был сдан в 66-м году. То есть метеор еще строится, а осветительные мачты уже стоят. Давайте перейдем за кафе «Персей» и оттуда снимем еще раз этот же сюжет. Идемте. Вот, смотрите, вон тот красный дом виднеется, который есть на кадре. Видите? Вы его только что видели. Это 16-й дом. И смотрите, идет кадр. Вот этот пролет показан. Но вот того дома, видите, вон, это, скорее всего, Брежневка, белая, кирпичная. Ее не было на кадре, ее нет, потому мы не видим с вами сейчас осветительных мачт метеора. Если это Хрущев, и деревья, естественно, у нас деревья. Еще я вам сейчас покажу кадр, тоже своего рода уникальный кадр. Смотрите, строящийся метеор. Вот это брат ведет, строящийся метеор, вы наблюдаете сейчас. Победила команда армейцев. Состоявшаяся вчера в Киеве встреча команд «Динамо Киев» и «Спартак Москва» закончилось со счетом 1-3 в пользу москвичей. Ура! Нигде больше не видел в архивах, как строится метеор. Правда, классные. Смотрите еще раз в полном форматике проход по спутнику. А улица Титова сейчас выглядит вот так. Вы видите, за моей спиной туда героев Сталинграда, а туда к Восточной проходной. Следующий фильм в нашем городе снялся аж через 7 лет. Какой фильм, узнаете в следующем сюжете.